Заседание Государственного антинаркотического комитета в формате видеоконференции провел сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Участие в заседании принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Напомним, именно он является руководителем областной антинаркотической комиссии. Разговор состоялся в Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков. По словам Владимира Колокольцева, сегодня в мире есть понимание, что противодействовать этой угрозе можно только сообща. И территориальные комиссии выступают в роли координаторов совместной работы силовиков и власти. На совещании рассматривались предложения, направленные на большую эффективность работы, которую проводят регионы для борьбы с наркоманией и распространением запрещенных веществ. Комплекс мер, которые реализует Волгоградский регион, позволяет удерживать ситуацию на уровне ниже среднероссийского и ниже среднего по Южному федеральному округу. При этом, как отметил глава региона Андрей Бочаров, проблема очень серьезная и есть основания для принятия дополнительных мер. Это касается конкретного человека, конкретной семьи и общества в целом. Поэтому дополнительно будут приняты меры по противодействию распространению наркотических средств, ну а также по вопросам реабилитации.